Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. И сегодня будет обзор на телефон Nokia. Модель N76, телефон 2007 года выпуска. В телефоне есть вот такой внешний дисплей, он как зеркальце выглядит. Но он разбитый, это проблема всех вот этих Nokia. У них вот эти стеклышки постоянно разбивались. Это кнопочки, MP3 плеера, логотип Nokia. Здесь у нас лицевая камера, разговорный динамик, дисплей. Второй дисплей, клавиатура, снизу у нас для шнурка разъем, музыкальные динамики. Вот здесь у нас кнопочки фотокамеры, кнопочки интернета и кнопка громкости. Сверху кнопка включения, разъем для microUSB кабеля и разъем под зарядку. Вот здесь у нас слот для карты памяти. Вот здесь у нас камера со вспышкой и логотип Nokia. Телефон открывается он очень легко. Телефон поддерживает одну сим-карту стандартного образца. Вставляем аккумулятор, но он тут уже не так вставляется, он уже наоборот устанавливается. Вот так они придумали, производители телефона Nokia. Телефон собран, включай. Вот пошла вибрация. Сейчас телефон включится. Вот телефон пошел включаться. Они быстро загружаются, очень эти модельки. Вот логотип Nokia. Вон руки пожались. Ну, телефон включился. Заходим в меню телефона. Первое у нас контакты. Контактов нету, все пусто. Сообщение. Новое сообщение. Входящие мои папки. Mail.ru, черновики, переданные исходящие отчеты. Выходим, календарь. Телефон вышел в 2007 году, это календарь начала 2007 года, но сейчас 2021 год. Это уже 14 лет назад выпустили эту модель. Музыкальный проигрыватель, все мелодии, списки воспроизведения, исполнители, альбомы, жанры, композиторы. Выходим. Так, галерея, картинки и видео, музыка, лайв-блог, аудиоклипы, ссылки, поток, презентации, все файлы. Выходим, лайв-блог. Лайв-блог это что-то связанное с, не знаю, но лайв-блог это сообщение, по-моему, что-то с сообщениями такое. Поиск. Это у нас с интернетом связано. Службы поиска недоступны для этого региона. Повторите попытку позже. Выходим. Интернет. Да, мы вот интернет, веб-новости, сохраненные страницы, автозакладки, загрузка приложений, загрузка изображений, загрузка мелодий, загрузка видео, загрузка тем. Загрузка дорожек, Nokia.com, Nokia N-Series, AMK Live. Выходим. Загрузить. Магазин Ovi. Средства. Bluetooth, синхронизация, USB, режимы, настройки, темы, диспетчер файлов, диспетчер приложений, память, перенос, мастер настроек, ПТТ, почтовый ящик, быстрый набор, голосовые команды, диспетчер устройства, диспетчер подключения, ключи, опрограф, справка. Выходим. Следующее у нас приложение. Журнал, часы, приветствие, радио, Snakes, камера, RealPlayer, чат, флеш-проигрыватель, данные GPS, ориентация. Выходим, офис. Заметки, диктофон, конвертер, актив, калькулятор, Adobe PDF, беспроводная клавиатура. Выходим, папка. Данных нету, но и все. Вот такой был обзор на телефон Nokia N76. Кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, пишем комментарии, ну и все. Всем пока-пока, до новых видео и обзоров.